Место для праздников, конкурсов и концертов. Зрительный зал Березовского городского дома культуры преображается. Решением главы региона Сергея Ложечника в июне был дан старт ремонтным работам в местном культурном центре. Для этих целей из районного бюджета выделено 350 тысяч рублей. Уже составлена смета, определен фронт работ и произведен демонтаж оборудования, мебели и старой одежды сцены. В процессе сейчас процедура закупок. Следующий этап – непосредственно ремонт помещения зрительного зала Березовского городского дома культуры. Будет делаться практически все, начиная от потолка, заканчивая полом. Будет ремонт напольного покрытия сцены, напольного покрытия самого зала, замена светильников, окраска стен, будут устанавливаться новые кресла, одежда сцены будет заменена, будет красиво и эстетично выглядеть. Кроме этого, будет осуществлена закупка новой звуковой аппаратуры, поэтому для жителей города мы подарим новый уровень мероприятий. Березовский городской дом культуры – эпицентр таких брендовых мероприятий, как открытый региональный фестиваль-конкурс детских, танцевальных, любительских коллективов сельских учреждений культуры «Кришталики запрошают», конкурсное шоу-программа «Мисс Приеманье», региональный фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Музыкальная Валентинки». Полный зал зрителей, а это 472 посадочных места, в Березовском городском доме культур собирают также концертные программы, посвященные государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам и выпускным вечерам. Ближайшее массовое мероприятие в Березовке – День города. Праздновать его здесь собираются 16 сентября. Обновленный зрительный зал городского дома культуры станет настоящим подарком березовчанам. Ближайшее массовое большое мероприятие состоится у нас 16 сентября, и мы планируем в рамках этого мероприятия открыть новый зал. Вот, мероприятие будет проходить на улице, но тем не менее люди уже смогут увидеть обновленный наш интерьер. Пользуясь случаем, приглашаем на наш праздник, на праздник города. В этом году он пройдет в новом формате, он будет более масштабный, так как совместно с праздником города мы отмечаем юбилей нашего градообразующего предприятия, 140-летие стеклозавода «Неман», поэтому это будет большая сцена, большие артисты, всех будем рады очень видеть.